Почему вы не помогли Станосам? Или в других войнах и бедах за всю историю? Нам не велено вмешиваться в конфликты людей, если девиантов в них нет. Почему? Фильм «Вечные» поднимает тему сотворения самой киновселенной Марвел. В фильме звучат отголоски событий четвертых «Мстителей» и положения в мире. Пятеро из «Вечных» скорее мыслители. Остальные пятеро – воины, бойцы. «Вечные» – герои, обладающие невероятной суперсилой. Но при всем при том не состоявшаяся как команда. Если вот это конец света, хотя бы увидим его вблизи. Твой сарказм точно не спасет планету. Человек, собравший фильм воедино, лауреат премии «Оскар» Хлоя Джао. Это эмоциональное путешествие. Вместе с вечными мы узнаем, кто они и что значит быть человеком. У нее четкое и ясное видение. Необычно само место. Необычные сцены, кадры, необычен актерский состав. Все выглядит иначе, говорят иначе. Многие люди ощутят себя впервые в роли супергероев. По-настоящему эпичный, мощный фильм. Масштаб, размах потрясающий. Приятно знать, что ты причастна к чему-то совершенно новому. Фильм «Вечные» ни много ни мало преобразит, заново сформирует киновселенную Марвел.